Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. А я, как всегда, делюсь с вами информацией. У меня хорошая новость по мультикрану, мультивалютному крану, криптовалютному, скажем так. Faucet Crypto возобновил свою работу. Кран очень прошлый долго работал, но там что-то пошло не так, и администратору пришлось закрыть кран. И вот он опять возобновил. Значит, так вот, в принципе, как и в прошлый раз, все по-прежнему. Регистрация простая, логин, email, пароль. Ну, это дашборд. Далее нажимаем сюда. Здесь список кранов у нас. Мы выбираем здесь, вот здесь очень много кранов, 11 кранов, ну не так много, как в прошлом, но зная админа, я думаю, что он будет помаленечку добавлять сюда новые краны. Ну, хотелось бы, конечно. Вот, вот Monero он добавил, Zash, не было вот этих двух кранов. Но остальные все как бы по-прежнему. Значит, что здесь у нас? Вот это зелененькое, вывод напрямую на Faucet Hub. Кран платит. Потому, ну, я вот только что зарегистрировалась, как бы, да. Регистрация, кстати, что по поводу регистрации. Регистрация идет по новой, по старой, по старому, как бы, почты и паролю мы не зарегистрируемся. Нужно регистрироваться все по-новому. Вводить почту, пароль, все-все-все по-новому. Значит, вот это зелененькое напрямую на Faucet Hub. Без ограничений. Ну, собрали, вывели. Так. А вот это красненькое напрямую кошелек. Официальный кошелек. Так, список. Здесь у нас бумажники прописываем. Так, бумажники. Мы прописываем сюда наши кошельки. Куда будем выводить. Далее здесь вывод средств у нас. Вот, видите, ну, у меня как бы уже переводится автоматически, немедленно все. Как бы. Далее. Здесь можно обменивать. Одну на криптовалюту, ну, можем собирать со всех кранов и на какую-нибудь одну криптовалюту по желанию, ну, кто как хочет, обменивать. Далее, здесь у нас есть, добавили майнинг. Я как бы майнить ничего не собираюсь. Ну, а вы же, секундочку, уже по своему усмотрению, кто что хочет. Хотите майните, хотите не майните. Мне это как бы не надо. Так, что-то у меня тянет. Рекламки, конечно. Так. Сейчас загрузится. Так, ладно. Вот здесь у нас реферальные. Будет находиться наша партнерская ссылочка. Что-то мне тянет. Угу. Так. Здесь у нас будет партнерская ссылочка находиться. Партнерочка у нас 25%. А здесь сколько на сынок будет показывать статистика, сколько ваши партнеры насобирали. Здесь у нас настройки. Здесь вот короткие ссылки. Вот. Далее, что у нас здесь еще? Ну, профиль, история вывода, история сбора. Вот, далее выход, ну, справка. А, еще цвет тут добавили. Мы можем поменять цвет. Очень интересная тема. У меня компьютер тянет, как всегда.
Вот колор. Ну вот можно поменять зеленый, голубой, фиолетовый и оранжевый вроде как. Ага, вот они. Вот у меня сейчас грин зеленый стоит. Можно поменять на красный, синий. Такой вот еще есть фиолетовый и оранжевый. Вот видите, вверху здесь. Далее здесь вкладочка, вот три полоски, можно это убрать. Можно опять поставить. Так, давайте вернемся теперь в дашборд. Значит, вот это у нас вкладочка клеймы. Сколько мы, ну, насобирали здесь, сколько нам у нас есть кликов. Это вкладочка, сколько накликали у вас рефералы. А это интервал 15 минут. Давайте посмотрим, соберем одну криптовалютку. Нажимаем сюда. Опускаемся чуть ниже. Нажимаем претензия. Далее нажимаем на вкладочку. Сильно таких заморочек нет. Кто здесь работал, тот знает. Идет отсчет времени. Нажимаем далее Get Link. И, пожалуйста, вот идет, появляется зеленое окошко. И наше начисление. И еще здесь что есть? Вот здесь вот уровни. Чем выше уровень, тут нам начисляют еще плюс процент. Вот, у меня очень в прошлом крайне большой уровень был. У меня более 10%. Плюс ко всему тому, вот я собрала, да, вот, например, там определенную сумму криптовалюты. И мне еще плюс, например, ну, 10% к этой сумме. И также здесь. Вот у меня сейчас 6-й уровень. Вот. Ну что, на этом я буду заканчивать. Кому интересно, пользуйтесь краном. Кран супер, конечно. Вот, и будем надеяться, что администратор будет добавлять помаленечку новую криптовалюту. И еще есть вот чат. Вот. И все радостные, и все общаются. Вот на этом теперь все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.